Нестандартная погода испортила отдых и пляжникам. Коммунальщики столицы просят киевлян воздержаться от купания на каком-либо из пляжей города. И все из-за резкого похолодания. Но не погода единая. Ситуация и до этого была нерадужная. Почему, расскажет наша Любовь Кукла. Шановні відпочиваючі, пляжний патруль нагадує, запливати за бульки категорично заборонено. Отдохнуть не виїжджає із города. Водичка чудова, я тільки чудово, що плавала, да, дуже довго, добре, мабуть, півгодини. Ми вже скільки років сюди ходимо. Купальний сезон в самому розгарі. Правда, був, поки різко не похолодало. На київських пляжах навіть ізбалованої сонцем іспанці віддихали. Очень хорошо, я очень щаслива. Но если для них Днепр в новинку, то для местных бюджетной альтернативы нет. От жары люди спасаются в зеленой воде. Ездить за кордон дорого, але там чомусь вода набагато чистіша. Но сейчас кругом экология нарушена до такой меры, что сейчас лучше все купатись дома в ванну. Да, в ванной, как вариант. Там хоть и с хлоркой, зато без сточных вод из местных ресторанов. А тут спускают воду из этого, из той гостиницы. Иногда приходишь, вот такие шапки, гадость, порошки, всякое все. Все, что 100 лет сюда, это же просто уж. А вы не боитесь купаться, если так? Боимся, ну а куда нам деваться? Тем не менее, коммунальщики уверяют, вода чистая. Проверяли. Ми проводимо щотижневий моніторинг поверхневих вод, і за результатами аналізів, які ми отримали, ми виставляємо прапорці відповідного кольору, щоб інформувати громадян, чи можна купатись, чи треба утриматися від купання. Зелений – пливі, красний – стой. Все, як на дорозі для водителів і пішоходів. Так комунальщики дають знати, чиста ли вода в водойомі. Ну от парадокс. Відпочиваючі на це, к сожалению, внимания не обращають. Купатися не боїтесь? Ні, ми ніколи нічого не боялися, не боїмося. А якщо б був красний флаг? Знаете вообще разницу между зеленым, красным, желтым? Ну, разные цвета. Все? Ну, достаточно. А вот и недостаточно. Ведь из-за такой непросвещенности водные процедуры могут закончиться плачевно. Это может быть и вирусный гепатит А. Это может быть лептоспироз чаще всего. Это может быть ротовирусная инфекция. Это могут быть другие кишечные инфекции. При купании, при заглатывании воды, особенно если есть мелкие царапины, травмы на руках, возможно инфицирование. Не лазурный берег, правда, но тем не менее здесь чисто. Об этом говорит вот этот зеленый флажок. Даже в будний день здесь аншлаг, но таких безопасных пляжей в столице с каждым годом все меньше. Объяснение простое – экология. Екологія, а ще чоловічий фактор. Кожним роком все гірше і гірше, тому що стан циркуляції води погіршується через водообміну з Києвом водосховищем. По-друге, у нас з кожним роком збільшується температура повітря, що призводить до заростання водойм. Є випадки забруднення несанкціоноване врізкою в лівневої каналізації. То есть воду из туалета в местные рестораны и кафе попросту могут сливать по-тихому, в тот же Днепр. Хотя по закону строить любые здания можно только в полусотни метров от воды. Но по классике украинских реалий у нас не всем закон писан. Любовь Кукла и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер.